Казахстанское турне «Сахатеатра» завершилось спектаклем «Дом Бернарды Альбы», постановленного по мотивам одноименной пьесы Гарсия Лорни. Режиссером является ученица Андрея Борисова Сюзанна Оржак. Действие проходит в семье властной женщины Бернарды, которая, овдовев, обрекла своих взрослых незамужних дочерей на 8-летний траур. В этом году этому спектаклю «Сахатеатра» исполняется ровно 10 лет. Игра декораций, мастерство актеров и в завершении многочисленные овации и аплодисменты публики. От имени бывших одногруппников Щепкинцев аксакалам «Сахатеатра» вручили памятные подарки и чапаны, национальные казахские костюмы. Мне очень понравился. Я читала 2 раза пьесу. Вообще супер. Спасибо вам, что приехали, что представили свое творчество. Я вчера смотрел, и вчера меня это все раскачало, вдохновило, поэтому я решил сегодня обязательно прийти. Очень интересное владение голосом. Это такая жанровость такая, вот именно ваша якутская. Чего не хватает здесь нам? Впереди труппу «Сахатеатра» ждет выступление в Казани.